Платежи за капитальный ремонт многоквартирных домов в Ивановской области начнут взимать не ранее декабря 2014-января 2015 года. Об этом журналистам сообщил начальник департамента ЖКХ регионального правительства Сергей Тальянов. Ранее предполагалось, что платить за капитальный ремонт жители Ивановской области начнут в апреле-мае этого года. Отсрочка введения платежей связана с внесением изменений в федеральное законодательство и в первую очередь в жилищный кодекс. Теперь исполнительной и законодательной власти региона придется вносить изменения в областной закон и в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Несмотря на серьезную отсрочку введения платы за капремонт, правительство пока не собирается увеличивать размер платежей. Они сохранятся на уровне 5 рублей с квадратного метра. Мы в тех планах, показателях пытаемся сохранить этот размер платы. Не больше мы его как бы не собираемся, потому что анализ показывает, что у других субъектов оно намного выше, там где-то 6 рублей, где-то 7. Мы стараемся в Ивановской области сохранить минимально по той динамике, которую мы видим на сегодняшний день в регионах, плату. И та сумма в 5 рублей, она, я считаю, для нашей категории субъектов Российской Федерации, она более приемлема, чем это будет 6 или 7, как установлено в других субъектах.